Губернатор Михаил Мень вручил премии ивановцам за социальную и творческую активность. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. Наградили 5 человек. Это те, кто не сдаются сами и поддерживают других, менее сильных духом. В денежном эквиваленте премия выглядит весьма скромно – всего 10 тысяч рублей. Тем не менее, свою работу эти люди делают из добрых побуждений, а не ради выгоды. Валерий Кривоносов – председатель областного комитета ветеранов подразделений особого риска. Благодаря его активности в 5 муниципалитетах региона созданы филиалы этой общественной организации. Для человека, имеющего солидный возраст, очень важно не зацикливаться на своих болезнях, вести активный образ жизни, найти любимое занятие, заниматься спортом. Ну и главное, относиться к жизни так, какой она есть.